Всем привет! Сегодня произведем замену стоек стабилизатора на Ford Focus 2. Вы на канале Гарик Продакшн. Поехали! Для замены стоек нам понадобятся сами стойки. Два домкрата. Естественно, инструмент и рожковый ключ на 17. Так, первым делом срываем гайки на колесе. Так, вторым делом мы поддомкрачиваем автомобиль полностью. Так, поддомкратили, теперь откручиваем колесо полностью и снимаем. Так, сняли наше колесо, вот наша стойка стабилизатора, вот раз болт, и с другой стороны другой. Ключом на 17 рожковым стопорим с задней стороны болт и откручиваем вот эту гайку. Так, вот открутили мы гаечку. С одной стороны уже открутили его. И вот с другой стороны покажи. Сейчас будем откручивать с той стороны. Также вот здесь будем ключом на 17 стопорим и оттуда головкой на 15 выкручиваем. Открутили мы вторую. Сейчас берем вторым домкратом, поддомкрачиваем рычаг и вытаскиваем нашу стойку стабилизатора. Оп, и вытащили. Вот наша старенькая стоечка. А вот наша новенькая, мощненькая стоечка. Спортивная. Спортивная. Ну и ставим в обратном порядке. Смотрите, вот эта стоечка, то, что я говорил, вот здесь вот. Как бы вот эта гайка накручивается. И здесь вот так настопорили вот этот сам болт и выкручивали. Здесь у нас немножко другая. Здесь у нас затягивается шестигранником. Вот внутри. У нас нет с другой стороны как бы. Поэтому мы берем ключ на 15. Вот такой. На рожковый накидной. Берем шестигранник H5, держим вот так и затягиваем вот таким образом. Так, вот затянули мы верхнюю, сейчас будем затягивать нижнюю таким же образом. Здесь с той стороны будем держать и затягивать. Поменяли нашу стоечку стабилизатора. Все обтянули, все затянули. Теперь ставим наше колесико на место. А, убираем домкрат и ставим колесико на место.
собираешься давать свой автомобиль на ремонт, тогда можно сделать все равно. Ссылочку на Инстаграм я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!